приветствую вас, и то, о чем вы говорите, есть симптом, то есть есть проявление какой-то проблемы. Это следствие данных проблем, но никак не причина. А причина кроется в вас, в том, что с вами происходит, в вашем восприятии, в ваших конфликтах внутренних, в ваших, может быть, комплексах, может быть, чем-то еще. Вы пишете, что уже в течение пары лет, значит, просто не хочется улыбаться. То есть в вашей жизни пару лет назад, может быть даже чуть больше, скорее всего чуть больше, начались какие-то проблемы, начались какие-то конфликты, какие-то тяжелые негативные ситуации. И в какой-то момент негатив перевесил позитив. И стал занимать в вашей жизни доминирующее, лидирующее положение и значение. И вот это, по сути, и является образной причиной вашего поведения. Ну, а что послужило ему, послужило началом этого, нужно разбираться. Нужно проанализировать вашу жизнь до этого. Нужно проанализировать обстоятельства, которые с вами происходили. Нужно найти первую причину того, что с вами произошло, и проработав ее, устранить. И тогда вы сможете начать получать от жизни удовольствие. Грубо говоря, у вас есть какой-то блок. Блок, который не дает вам возможности жить свободно. Вот этот блок нужно устранить. Для того, чтобы устранить этот блок, нужно в первую очередь понять, что его создало и что поддерживает его существование. А дальше? Дальше уже будет проще. Нахождение проблемы, обозначение проблемы, это путь к ее решению. Это, по сути, наполовину ее решение уже. И очень может быть, что вам нет сейчас возможности у вас сказать, в чем именно заключается трудность. Нужно просто вас выслушать. Выслушать, чтобы вы смогли выговориться, во-первых, выговорить все, что у вас накопилось. И, может быть, тогда вам самой станет понятно, в чем проблема. А если нет, то мы попробуем вместе ее отыскать и решить. И тогда у вас все будет хорошо. На этом все. Надеюсь, что направление работы вы поняли. Осталось только выбрать эксперта на нашем ресурсе, который бы вам понравился, которому бы вы доверили свою проблему, и начать с ним работать, да, и тем самым делать шаг к новой жизни, успешной, интересной, яркой. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.